Так. Сегодня 10 июня, и мы идем купаться. Потому что дальше тянуть уже нельзя. Дальше тянуть уже невозможно. Потому что всегда в это время мы уже давным-давно купаемся. А сейчас мы еще только собираемся. Все. А посмотрите, какая погода. А погода нам придется купаться. Как-то не очень купальная. 18 градусов вода. Ну, кто сказал? Наверное. Да. Но мы сейчас это проверим. Интернет сказал. Мы это все сейчас проверим. Итак, 10 июня, и мы идем купаться. Дубль три. Дубль три. Итак. О, смотри, тут у нас работы ведутся. Да, работы ведутся. Люди открывают свой ресторан. Значит, будет работать отель «Вива». Они сейчас понаставят нам здесь лежачков. И все будет нормально. По крайней мере, ресторан свой они решили открыть. Это признак того, что ресторан и отель будет работать. У ресторана такой плакат уже повесили. Сейчас повесят, поставят вот здесь лежаки с зонтиками. Уже зонтики на пляже. Значит, жизнь начинается. Мы располагаемся на берегу. Сейчас будем стелить полотенце и купаться. Мы будем пробовать воду и, возможно, даже будем купаться. Вот Витя уже, например, номер один попробовал воду и считает, что вода очень теплая. Ну, я не знаю, сейчас проверим. Погружение прошло успешно? Нет, я еще и не погружала. Погружение дубль 2. Пожалуйста, включай, выключай. Погружение дубль 2. Так. Опа, опа, опа. Опа. Ура, купальный сезон открыт. Оказывается, вода 18 градусов. Уже давно пора купаться. Ну как? Купайся у берега. Берега теплого. Далеко не заплывай. Вода довольно мутная. Нормальная. Ну я тебе... Хватит, хватит. На выход. Моржи. А теперь ты будешь. И все. Зато когда выходишь, очень тепло. Очень тепло, да? Абсолютно. Сейчас вытру голову. Голова, ты сезон зачет. Да, все, открытие засчитывается. На пятерку. Сейчас. Жалко, что как бы никто не купает. И Витя осмелел и тоже пойдет купаться. А на нас капает дождь. Если ты... Потому что на небо пришла вот такая туча,
И в результате испортила нам купание. Но, как говорится, нужен второй дубль. Ну как? Мутновато немножко, да, вода немножко мутновата. Водоросли. Ну, для первого раза очень хорошо. Да. Вон там тоже человек купался. Новый сезон открыт. Открыт. Ну, повторяйте. Фокус, Филипп, фокус. Ура! Ставьте лайки, не забывайте подписываться. Да. На замечательный канал О Денисова. У нас уже подключен бассейн. Можете посмотреть сегодня. О, я пошел купаться. Да, подожди. Не прыгай в воду. Первый день. А, эти розочки еще нет. Наша территория украшается.